А вот пятая стадия, это еще более круто. Там действительно даже информация берется не из сигнальной линии. То есть вот на всех стадиях, включая шестую, да, мы берем информацию все время из сигнальной линии. Вот. А на пятой стадии это процесс, связанный с таким вот, с такой субъективностью человеческого мозга и с тем, что информация на пятой стадии берется именно из человеческого мозга. Все дело в том, что проходя через наш мозг, информация как бы ассоциативно растаскивается. Вот это вот то есть информация из матрицы, которая идет через наш мозг, вот эта вот матрица, да, она идет через наш мозг. И прежде чем она выходит на наши, скажем так, там, авторучки, да, то есть вот сюда, на кончик пера, она всячески рассасывается по мозгу. То есть она расползается по каналам ассоциаций в нашем мозге. Вот. И доходит какой-то узкий ручеечек. То есть если там Эйфелева башня, да? Она такая довольно... Ну, не такая большая, как кажется, но не маленькая. Вот. Я просто только в этом году побывал в Париже, и я все время думал, что Эйфелева башня, она как Останкинская. Она как пони по сравнению с лошадью. С нашей Останкинской такая махненькая. Вот, я был очень удивлен. Вот. Ну, на самом деле в ней много чего, да, а у нас будет там, в нашем образе она возникнет довольно схематично, да. То есть вся эта информация о ней, она останется в нашем мозгу, то есть по большей части. И так со многими вещами, ну, разумеется, только пример. Вот. Мы на пятой стадии как раз считываем информацию вот отсюда, расползшуюся информацию. Вот. И мы считываем информацию с так называемых когнитронов. То есть что такое когнитрон? Вот есть какая-то базовая идея, которая в мозгу у нас представлена комплексом нейронов. И информация содержится, допустим, в каком-то понятии, да, вот ключевая, то есть в каком-то стержневом когнитроне, допустим, там, не знаю, что здесь мы возьмем, допустим, механизма, да, механизма. Нейтрон механизма, допустим, да, и от него будет куча идти всяких механизмов, они будут все дробиться, делиться там, да, по всяким, но центровым понятием будет, что это механизм, то есть в нашем мозгу, да, то есть наш мозг устроен так, что есть какая-то ключевая такая вот тема, да, которая дробится на кучу маленьких участков. Инна, вы в альфе или с нами? Или тетта уже? Вот, то есть, и вот мы будем сейчас на пятой стадии эту информацию собирать из когнитронов. Именно когнитроны, именно вот это вот растаскивание, оно как раз и поставляет нам ЭОЭВА, да, на самом деле. То есть именно информация, растащившись по нашим мозгам, она выпрыгивает и приходит к нам в форме ЭОЭВА, да, вот уже не из ключевого источника, а вот уже из когнитронов. Да? И мы должны ее, вот этот процесс, как-то эту информацию отсюда и сюда собрать. Вот. Поэтому пятая стадия посвящена именно сбору информации из мозга, по которым уже прошла сигнальная линия. Вот. Это немножко другой процесс.
Этот процесс скорее похож на метод свободных ассоциаций, который изобрел дедушка Фрейд. Вот, то есть мы берем информацию как бы изнутри. Вот когда мы работаем со всеми остальными стадиями, мы настраиваемся на протокол. То есть мы присоединяемся к этой сигнальной линии. Вот. А здесь мы присоединяемся к своему мозгу. То есть и собираем информацию из когнитрона. Вот. То есть выделять, ну, мы будем выделять ведущий когнитрон и вокруг него строить вот этот процесс. Ну, в общем, приготовьтесь, что сейчас вот немножко ваши мозги как бы должны оплавиться. Вот. И когда они потекут, то процесс пойдет очень легко.